Deus. Итак, всем привет, с вами Виктор Бугатти. Мы продолжаем сезон сундуков. Итак, первый скрин, это у нас Черчилль 3. Он выпал моему папе, это просто нереально, это очень редко. Сегодня я покажу вам старые кусочки, которые были очень давно, ну, то есть еще до Блиц-ярмарки. Итак, вот этот момент, это просто, у меня там так, я так орал. Итак, сначала нам выпадает ПЗС-35, а в следующем сундуке мне выпадает писка-танк Sentinel, тупо. А это и контейнер Черной Пятницы. Кстати, до этого мне еще выпал слот. Ну, здесь мне понятно фигня. То есть, вот я хочу у вас спросить, вот сезон сундуков, мне его продолжать или нет? Вот мне интересно. Итак, ладно, я уже буду заканчивать. С вами был Виктор Бугатти. До скорых встреч. Пишите в комментариях, что вы думаете о сезоне сундуков. Продолжать ли мне его? Но будет последнее видео потом. Ладно, всем пока.